Обращаемся к вам как к гаранту Конституции. Мы жильцы города Алматы, улицы Пчеловодной. Честно говоря, я не уверен, что президент откликнется. Мой недавний призыв к вам рассказать о примерах, когда глава государства услышал чье-то обращение и помог, остался без ответа. А обращаться к какому Алматы Досаеву, навести порядок с незаконной точечной застройкой, это все равно, что попросить волка посторожить кобылу. Такие вещи без его ведома и благословения не происходят. Президент Токаев, запрещавший в городе точечную застройку, Досаеву давно не указ. Он давно уже ведет целенаправленное точечное уничтожение Алматы. На свободные выборы акима рассчитывать не приходится, остается надеяться только на ротацию, что Досаев не будет сидеть акимом 7 лет, как Храпунов или Есимов. И этот ценный кадр, наконец, заберут в Астану на повышение подальше от нашего города.